Всем привет, дорогие любители футбола, с вами Михакер. И на своих экранах вы сейчас видите матч чемпионата Европы по футболу 2020, хотя проходит он в 2021 году, между сборными Украины и Северной Македонии. Как всегда, симулируем этот матч с помощью игры PES 2021. Не только подписчики из России на моем канале есть, вот и подписчики из Украины предложили, можно сказать, сделать симуляцию матча с участием сборной Украины. На удивление, легко получилось сделать более-менее точные составы. Ну и вы видите сейчас составы на своем экране. Ну и, конечно же, пути тренеров нам неисповедимы. Возможно, в реальном матче стартовые составы будут немного отличаться. Как минимум, Андрей Шевченко сказал, что Зубков не сможет принять участие в этом матче. Он получил травму в игре с Нидерландами. Номинально у нас сборная Украины хозяева. Матч проходит на национальном стадионе в Бухаресте. И начинается первый тайм. Нас ждут первые, как минимум, 45 минут футбола. Поехали. Адеми. Горан Пандев. Удар по воротам на месте. Бущан. Ну вот и первый удар по воротам в исполнении легенды сборной Северной Македонии Горана Пандева. Снова македонцы с мячом. Барди. Заброс в штрафную. Выбивают украинцы. Ставят корпус. Трайковский. Удар по воротам. И снова Бущан вступает в игру. Ловит этот мяч. Ермоленко назад на Малиновского. Караваев в центр. Здесь Сидорчук. Удар по воротам. На месте Дмитриевский. Ногой выбивает мяч. Мяч уходит за боковую. Его будут вбрасывать игроки из Северной Македонии. Барди. Николов. Заброс в штрафную. Удар издали неточный. И будет удар от ворот. Зинченко. Миколенко. Цыганков разворачивается, отдает пас. Штрафной удар по воротам. Неприятно рикошет. Но мяч попадает в руки Столи Дмитриевский. Ермоленко развернулся назад на Малиновского. Еремчук. Ермоленко удар по воротам. И вновь парирует его Дмитриевский. Мяч от него уходит за лицевую и будет угловой. Неплохой удар наносил Андрей Ермоленко. Малиновский у мяча. Разыгрывает с Цыганковым. Подача. Не дотягивается до мяча. Но вот девятый номер. Роман Еремчук смог таки нанести точный удар. Сидорчук до мяча не дотянулся, и все внимание было переключено на него, а Еремчук подключился и нанес удар точный. 1-0. Счет открыт на 27-й минуте. И сделал это Роман Еремчук. Сборная Украины выходит вперед. Перехватывают мяч македонцы. Идет вперед Горан Пандев. Впереди Трайковский. Играет назад. Адеми. Дальний удар выше ворот. Встречает его Адеми и с нарушением правил, по мнению арбитра.
Желтую карточку причем дает ему судья этого матча. Удар по воротам от Руслана Малиновского. Димитриевский этот удар парирует. И мяч забирает. Какая техника. От Еремчука удар по воротам. И снова Димитриевский на месте. Виталий Миколенко дальше на Цыганкова. Успел догнать Виктор мяч. Заброс прямо во вратаря приходится. Димитриевский мяч кулаком выбивает. Удар по воротам был заблокирован частично. И легко в руки Бущану мяч буквально прикатился. А это заброс сборной Украины. И два удара практически вплотную наносит Ермоленко, по-моему, это был. Кстати, раз удар. И тут же второй. Нет, это был Роман Еремчук, 9 номер. И угловой на последней минуте этого тайма. Добавленная минута уже идет. Подача на дальнюю штангу. Выбивают македонцы мяч. Алиоски выносит его подальше. И звучит свисток на перерыв. Счет 1-0. В пользу сборной Украины Роман Еремчук открыл счет на 27-й минуте. И пока это единственный забитый гол в этом матче. В принципе, по владению мячом видно, что есть явное преимущество сборной Украины. Также оно выражается и в ударах, и в попаданиях в створ ворот. И с такой статистикой мы уходим на перерыв, ждем второго тайма. Начинается второй тайм в матче сборных Украины и Северной Македонии. Счет к данному моменту 1-0 в пользу сборной Украины. На 27-й минуте Еремчук открыл счет. И пока это единственный гол. Виталий Миколенко. Заброс в штрафную. Блокируют этот заброс игроки сборной Северной Македонии. С нарушением правил действует здесь 17 номер Энис Барди против Сергея Сидорчука. И будет штрафной удар. Малиновский у мяча. Удар по воротам в перекладину попадает, и мяч уходит за лицевую. Опасный удар от Малиновского. Идет вперед Цыганков. Подача. Здесь чуть свой игрок не забивает автогол. К счастью для игроков сборной Македонии, в перекладину мяч попадает, и угловой. Подача в штрафную. Удар по воротам. Перелетает мяч над перекладиной. 17 номер Александр Зинченко здесь поборолся на втором этаже. Горан Пандев. Барди. Пандев падает в штрафной, но он сам запнулся от ближайшего игрока. Матч продолжается. А здесь неточно обрабатывает мяч игрок сборной Северной Македонии. Но не удается быстро атаку у сборной Украины. А вот здесь хороший заброс на Малиновского. Он ходит в штрафной. Удар по воротам. Гол! Роман Еремчук забивает свой второй гол в этом матче. Отметим классную передачу издали вот здесь. От 15 номера Виктор Цыганков. И в одно касание играет Малиновский.
И Роман Еремчук забивает второй гол в этом матче. Оформил дубль Роман. 54-я минута, счет 2-0 в пользу сборной Украины. Ух ты, какой удар в направлении ворот. Но далековато тут, конечно, было до них. И мяч уходит за лицевую. Зинченко здесь навешивает. И удар, конечно, красивый, но крайне неточный. Караваев забрасывает далеко на Еремчука. Цыганков у мяча. Удар по воротам штанга. И от нее мяч отлетает за пределы поля. Еще один опасный момент у сборной Украины. Не было офсайда. Хорошо сейчас открылся Виктор Цыганков и нанес удар. Немного неточно. Адеми идет вперед. Удар по воротам дальний и неточный. Замена. Вместо Никлова выходит Билтулай. Вилковский. Пандиев. Ставит корпус. Удар по воротам. Не слишком сильный, не слишком опасный получился. Мущан мяч забирает. Зинченко. Цыганков. Еремчук здесь. Один против всей обороны. И против него нарушают правила в отборе. Спировский получает горчишник. Уходил уже от него Еремчук и получил по ногам. И опасный, довольно опасный штрафной. Удар по воротам, и это гол! И реализует его Руслан Малиновский, игрок итальянской Аталанты из Бергамо. И посмотрите, какое празднование гола. Конфетти с цветами украинского флага. Точный удар со штрафного. И счет становится разгромным. 3-0 в пользу сборной Украины на 86-й минуте. Подходит к концу время второго тайма. 2 минуты добавляет арбитр. Еремчук выходит на оперативный простор. Удар по воротам. На этот раз на месте Димитриевский. Однако мяч уходит на угловой. Отличная передача здесь на ход. Малиновский у мяча. Разыгрывают они с Караваевым. Поддача. Заблокирован удар головой. Но мяч остается у игроков сборной Украины. Еще один удар. И будет еще один угловой. Ну что, смогут ли украинцы забить четвертый гол в этой игре? Ух, какие удары. С любых расстояний. Издали, на коротке. На этот раз подачу будет Малиновский делать. Удар по воротам и гол! Андрей Ермоленко, 7-й номер. Ну вот и с углового забивают сборную Украины. В дальний угол заряжает Ермоленко. Счет становится 4-0. Забивает в концовке сборной Украины. Ну и теперь уже точно очевидно, что разгромный счет. И никаких ответных действий от сборной Северной Македонии. Разве что еще один сейчас гол могли забить. Но звучит финальный свисток.
означающий разгромное поражение Северной Македонии от Украины. Дубль Романа Еремчука, и по голу забили Малиновский и Андрей Ермоленко. Ну что ж, друзья, вот такая симуляция этого матча у нас получилась. Посмотрим, как сложится реальный матч. С вами был Михакер. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Даже если вы сюда попали случайно, посмотрели все-таки этот видос, он вам понравился. Поставьте лайк. И всем пока!